Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о отличном сервисе, который позволяет зарабатывать деньги, не имея определенных технических знаний. Этот сервис доступен абсолютно каждому, и вы сможете зарабатывать, если у вас есть всего лишь навсего интернет и компьютер. Итак, давайте приступим. Сайт называется Profit Center. И здесь есть вкладка «Заработать», и мы можем зарабатывать здесь на просмотре сайтов, на чтение писем, выполнение заданий и тестов. Самым крутым здесь является выполнение заданий, так как оплата здесь идет больше. Также очень интересно есть просмотр сайтов. Вы можете так просто перейти на ссылку, посмотреть какой-то сайт буквально секунд 10 и за это получить оплату. Чтение писем практически аналогично происходит. Вы читаете определенный текст, после чего отвечаете на короткий опрос и за это получаете деньги. Давайте пробежимся, я покажу вам, как это работает. Начнем с просмотра сайтов. Здесь вот есть список, выбираем любой, например, какой-то интернет-магазин, и видим, здесь нужно подождать всего лишь 20 секунд, это абсолютно недолго, уже осталось всего лишь вот почти что 10 секунд, и после чего мы сможем получить наш заработок за этот сайт. Можем полистать, посмотреть, что здесь мы имеем, осталось 3 секунды. И после выполнения есть определенная капча. Иногда это выполнение какой-то там считалочки, например, выбрать там красный цвет там, или еще что-либо, или написать цифры. В данном случае это просто перевести бегунок. Нажимаем «Отправить», и мы заработали наши денежки. Все, сайт закрываем, баланс пополнен. С просмотром сайтов все понятно. Давайте посмотрим чтение писем. Здесь мы можем точно так же выбрать любой текст. Вот это сообщение, которое нам нужно внимательно прочитать и ответить на вопрос. Если вы отвечаете на вопрос правильно, это значит, что вы читали текст очень внимательно, то вы получаете заработок. Если же вы ошибетесь, то, соответственно, заработок вы не получите. Я текст не читал, сразу вам говорю, потому что не будем на это тратить время. Нажмем на любой и посмотрим. Вероятно, я угадал, так как если бы не угадал, нас бы не перебросило на эту страницу. Ждем опять же 15 секунд. Осталось 10, 9, 8. И мы получим заработок за просмотр сайта и за чтение этого письма. Так, сейчас также выполняем простое действие. Нажимаем «Отправить». Все, выполнено задание, мы получили оплату. Выполнение заданий. Здесь уже более интересно. Здесь сумма оплаты уже выше. Сразу же, допустим, 12 рублей за выполнение задания, 10 рублей за выполнение простого задания, 162 рубля. Также есть вот 170. То есть вы можете находить приличные задания, выполнить задания за 200 рублей, сделать таких заданий за один день пару раз, и в принципе вы останетесь уже с приличным заработком за сутки. Ну давайте выполним какое-нибудь простое, любое, без регистрации, что нужно. Ага, здесь нужно предоставить логин человеку. Ну, для экономии нашего времени я не буду сейчас регистрироваться на этих сайтах, все и так понятно. Мы должны просто перейти по ссылке, получить письмо с подтверждением и отправить логин сюда о выполнении этого задания. И получить за это 1 рубль. Я думаю, очень просто, и 1 рубль... Вы так получите свой карман. Но самое интересное в этом сервисе не выполнение всех этих заданий, а абсолютно иной способ заработка денег. И он заключается в привлечении рефералов. Вы можете привлекать таких же работников, как и вы, и получать процент от всех выполненных ими работ. Если вас это интересует, как можно так зарабатывать, регистрируйтесь на этом сайте по моей партнерской ссылке, которая будет в описании под этим видео, и я вам пришлю лично свою методику, как я получаю партнеров для этого сервиса. На этом все. Я думаю, вам понравился этот проект. Регистрируйтесь, еще раз напоминаю, по моей партнерской ссылке, и вы получите мою уникальную методику. Благодарю за просмотр. До свидания.